Здравствуйте! С вами интернет-магазин babytut.by. И сегодня мы хотим вам представить новинку конца 2019 года от немецкой компании ZAP Creation – куколку Baby Born – утренняя звездочка. Как и в предыдущих моделях, данная куколка идет 43 сантиметра, предназначена для детей от 3 лет и выполняет она 9 функций. Что ж, теперь давайте распакуем и разберемся в функционале и особенностях данной куколки, чем же она отличается от предыдущих моделей. Мы распаковали нашу куколку, и первое, что хотелось бы отметить, это еще более приятный на ощупь винил. Производитель называет данную серию Soft Touch, что в переводе на русский означает нежное прикосновение. В комплекте с куколкой идет набор стандартных аксессуаров. Это горшок, памперс, пакетик с кашей для кормления куколки, бутылочка, тарелочка с ложечкой, пустышка на цепочке и два браслетика. А также входит в набор три совершенно новых аксессуара. Это зубная паста, зубная щетка и стаканчик. А теперь перейдем непосредственно к функционалу куколки. Как и в предыдущих моделях, у куколки открываются и закрываются глазки. Куклу можно кормить кашей, которая входит в комплект. Пакетики с кашей можно потом докупить отдельно. А также с куколкой можно купаться. А вот руки куколки теперь двигаются не только вертикально, но и горизонтально. Переходим к следующей функции. Куколку можно поить водой. Для этого необходимо наполнить бутылочку, положить нашу куклу горизонтально, снять крышку, вставить носик плотно в ротик куколки и плавными нажатиями напоить нашу куклу. После того, как мы напоили куклу, она может сходить на горшок, либо ей можно одеть памперс. Для того, чтобы она сходила на горшок, ее необходимо раздеть. И посадить на горшок, а затем нажать ей на животик. И, конечно же, куколка умеет плакать. Для этого необходимо напоить ее водой. Для того, чтобы куколка заплакала, в отличие от предыдущих моделей, когда необходимо было нажимать на левую ручку, все стало намного проще. Теперь необходимо нажать на мягкую ее грудь, и она заплачет. Подводя итог, хотелось бы отметить, что немецкая компания ZAP Creation по-прежнему остается лидером среди интерактивных кукол-пупсов. И данная куколка вызовет восторг не только у ребенка, а также и у родителей за счет своего качества и функционала. Спасибо, что смотрели нас. Пока-пока!